Так, сегодня у нас не очень красочное занятие, но очень интересное. Мы учимся рисовать схемы животных. Вот из лошади решили сделать единорога с волшебным рогом, с крыльями. Вот такую замечательную корову. И даже придумали ему животное, новое чудо-животное, змея с крыльями. Вот как фантазия у детей работает. Правда же, корова похожа на корову. А лошадь на лошадь. Вот здесь-то даже рог единорога засверкал. Еще раз говорю, рисунки не очень красочные, но они нам нужны. А где твоя коровка? Ой, корова у нас ромашку ест, колокольчик у нее есть. Замечательно. Ну-ка. А здесь у единорога из-под копыт звезды, искры сверкают. Ну-ка. А где твоя корова? Ну-ка, корова пятнистая. А какой вымя-то, сколько она много молока даст. Молодец, Ярослав. А это у нас тема чудо-животное. Вот что-то с крокодильями зубами, с большими лапами. И на спине щетина и рога. Вот это интересное чудо-животное. Так, Юлечка, давай посмотрим, что у тебя. У тебя в траве пасется единорог, даже у него на теле звезды. Молодец, Юлечка. А грива какая вся завитая, да? Грива завитая. Ну, коровка очень милая. Глазки скосила, чему-то удивилась. Ну-ка. Здесь корова такая полненькая, аккуратненькая, пятнистая. Ну-ка, сейчас повернем. Ну, единорог красивый, и тоже из-под над копытами бабки мохнатые, из-под копыт искры сверкают. И тоже почему-то идея змея с крыльями понравилась. Ребят, ну я вашу фантазию уважаю, но здесь просто идеальный аккуратный рисунок, как для мультфильма. Она и на гриву на бигуди завита, очень красивая грива. Так, а коровка у тебя есть твоя? Коровка миниатюрная, аккуратная какая. Молодец. Еще один только огромный. Может, единорог, может, какое-то животное, да, будет? Давай сначала посмотрим то, что мы должны были. Олесенька. Ну, очень милая коровка. Волшебный единорог. И вот какое-то чудо-животное. Полузебра, полуовца, полукорова. Интересное. У тебя это 6 ног, да, еще наверху ноги? Я сразу догадалась. Вот как фантазия у наших детей. А к вам я подходила? Нет еще, да? А, ну здесь, смотрите, и единорог, и маленький единорожек. От рога какое-то сияние идет. Ребята, потише. Ребята, вы слышали? Потише. Кто разговаривает? Угу. Здесь даже уже дерево. Здесь целый пейзаж появился. Корова с теленочком. Великолепно. Наташенька, покажи свое. Очень кудрявый. Много волос на гриве. Тоже маленький, очень смешной, забавный единорожек. И тоже корова со своим теленочком. Молодцы. Вот еще одной девочке забыли снять. А кто шумит? Кто с места встал? Такая корова замечательная, аккуратная. Девочка в третьем классе, единорог. По-моему, это единорог, единорожка, девочка, девушка. Уж больно такое, такая мордочка миленькая, да? И вот какую-то интересную... То ли змею, то ли червяка, то ли амфибию с шипами. Или это что, это колечки такие? Он такой, да, и состоит из секций с язычком. Молодец, Анечка, все, я тебя тоже сняла.